Игрушка называется «История воскрешения ужасов». Так, настроить, что у нас тут есть? Так, графика ультра-ультра-ультра, синхронизация включена. А что еще у нас есть? Типа общий звук в игре. Ну, наверное, надо сделать, наверное, вот так вот. Вот так вот сделаем, и нормально будет. Так, новая игра. Наш герой Алексей узнает о месте хранения книги мертвых. В небольшой заброшенной деревне древний дом. В доме должна быть хозяйка, которая хранит книгу мертвых. Старая женщина, обладавшая экстрасенсорными способностями. Алекс может связаться с потусторонним миром с помощью книги и раскрыть тайну мистической смерти супруги. Приблизившись к дому, Алекс наблюдает, как хозяйка дома спрыгнула в колодец. Ужасное зрелище. Ужасное зрелище. Ой-о! Ой-о! А что за фризер? Ай-яу! О, все, отпустила. Я не знаю, в чем прикол, но вот такие вот, короче, инди-хорроры, они прям... Непонятно, как фризят. Так, ей использовать. Колодец там и место старой ведьмы. Ой! Ой-ой-ой, что это было? Что это было сейчас? Вы играли в Outlast? Да, я играл в Outlast и в первую, и во вторую. Я не так давно его, короче, стримил. У нас был марафон длиною 9 часов. Мы прошли и первую, и вторую часть Аутласта за один раз. О, я могу взять топор один для выбора. Чё так тормозит-то? Чё ты понять нифига не могу. А что нам надо делать? Нам надо попасть в дом. Там кто-то висит в доме. Ну-ка, пойдем глянем. Ты когда в сталкеры будешь играть? Ну, типа, сталкер же не хоррор. Ну, не знаю, посмотрим. Не уверен я насчет сталкера. Можно как-нибудь, короче, выходной день марафон сделать. Дверь... Заколочено. Ну так расколоти ее, ёптать. Расколоти дверь. Холодильник не хочу открывать. Записка. Так, что вы видите? Проклятие рядом с тобой. Проклятие рядом с тобой сейчас. Я успела спрятать ключ от этой мерзкой комнаты повыше. Выход есть. Утопиться в колодце. А, так это вот что, нифига себе. Обратная сторона, Мефистофель, нет, трудновато выйти мне теперь. Тут кое-кто мешает мне немного. Волшебный знак у вашего порога, Фауст. Пентаграмма, Тольгнил виной. Это какой-то бред, какой-то капец. Какие-то пентаграммы. Ржавая бензопила. Если я отрежу себе руку, то вот ты воспользуюсь. А типа я вообще могу все брать в руки? Спрячу, говорит, я его повыше. Не буду трогать, неприятно пахнет. Кастрюля с крышкой. Лопата не пригодится. Окей, у нас есть еще второй дом. Выживание сталкер открытого мира нет. Я к сталкеру отношусь... Ох ты, ничего себе. Кью. Схватить. Что я взял? Я не могу туда залезть. По поводу, короче, сталкера, ну, хрен его знает. Я вот прям не уверен совсем. Нужно найти книгу и убираться отсюда поскорее. Не поддается. А что если мы выкинем в окно эту хрень? Ой, там кто-то стоит.
Что это было? А там еще один сарай есть, офигеть. Там еще один сарай. Ну-ка, пока оставим. Пока оставим. Пойдем глянем. Тут, кстати, есть дыра. Зачем нам дали топор-то? Для каких целей? Чтобы мы могли что сделать? Залезть наверх, да? Ну нет, я так не залезу. Ржавый хлам. Не понимаю. Ой. Ой-ой. Ящик-паук. Господи, что за чертовщина? Он не открывается. Строительный хлам. Мне нужно найти какую-то книгу. Капец. Ой. Повесился, чувак. Ну, типа, ладно. Эту дверь мы открыли. Нужен ключ. Нужно найти ключ, а где его искать? Может быть, скинуться в колодец? В колодце живет старая ведьма. А, ничего себе. Так это ящик тут, который стоял, это он вышел, что ли, отсюда? Офигеть. Ни хрена ж нету. Ай, сука! Вот педрила, блядь. Так, читать. Толпы людей ходили ко мне со своим горем, воскресить их любимым, но каждый ритуал с проклятой книгой открывал проход в наш мир ужасу и отчаянию. Дом стал пристанищем демонов и призраков, призванных с мира мертвых. Я попаду в ад. Ну, типа и ладно. Попадешь и попадешь. А ключ-то где? А ключ-то у нас сегодня будет? Или нет? Сработал скрипт, а ключа нет. Ключ мне так и не дали. И топор мне нахрена. И монтажка не берется. Не понимаю. Может, что-то где-то появилось? Опять обходить всю локацию? Ничего не появляется, ничего абсолютно, просто капец, я не знаю. День Чернобыля, зов Припяти. Но Любаша-то у нас спец по сталкеру, она же отменила сталкерский канал. Ой, блядь, такой бред, вообще просто капец. Я не знаю. Я не знаю. Так, история ужасов воскрешения. Сейчас я, короче, гляну, где они нашли ключ. Потому что я просто не понимаю, где его искать. И чувак, он тоже, короче, ходит, сколько у него прошло? 20 минут он ходит, короче, ищет этот ключ.
Какой пиздец. Я посмотрел, как чувак, короче, блядь, без ключа залез. И это жесть. Он там построил, короче, целую какую-то, блядь, систему, короче, как туда залезть. Типа вот из таких вот ящиков. Где у нас были еще ящики? А, они были еще вот здесь вот. И по этим ящикам он, короче, залез наверх на крышу. То есть разработчик действительно думает, что это, блядь, игра, в которой надо додуматься что-то строить из ящиков. Хотя они нам говорят, что, типа, надо найти ключ. Так, блядь, найти ключ. Ой, сука, я хуею с этого зоопарка. Прикиньте, это жесть. Ну, блядь, да провались ты уже внутрь-то. Я не могу попасть внутрь. Ну вот же ты проваливаешься. О! Ой, чувак стоит. Ты кто такой? И чё? И чё, блядь? Я убил какого-то черта. Ну, все равно мне нужен код. Ой, блядь, это вообще просто конченая дичь. Я не знаю, блядь, кто на это нахуй согласился играть в эту хуйню. Код это просто жесть. 666. Нет, я бы без Ютуба бы, блядь, не прошел бы эту игру. Реально. Так, а как тебя открыть-то теперь? Пиздец. Но я не могу взять ключ, а вот я взял ключ. Ну положи ты этот грёбаный ящик. Теперь вопрос в другом, как спуститься, блять, отсюда. А вот. Разработчик дно дна, блядь, сделал такую загадку, сука, тупую. А может, черт и был подсказкой? Возможно. Некрономика. Ну, открывайся. Ей использовать. И что? Спасибо за игру, если вам понравилось и вы хотите поддержать разработчика, вы можете зайти на аккаунт Instagram, бла-бла-бла. Нет, игра мне не понравилась, игра днищенское дно. Даже среди инди-контента, блять, это реально, это дно.
Капец. Елена, привет-привет. Добро пожаловать. Приятного тебе просмотра. Среди, короче, вот хорроров инди-контента, вот эта вот конкретная игра, это дно дна. Просто, блядь, днище, я не знаю, я, по-моему, хуже вообще ничего не играл. Ни оптимизации, вообще ничего, короче, нет. Ладно, хорошо это все.